Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. На этой неделе Мигель Гомес опубликовал несколько новостей относительно компании Identification. Я зачитаю для вас эти новости на русском языке. Первая новость касается нашей биржи или обменника Exchange Umbrella. На нашей бирже вы сможете обменивать Eagle Social Gold Coin, Time is Money, Eco Social Coin и Agro Social Coin, а также Best Coin в режимах Swap и Fiat. Во время тестов на бирже были обнаружены ошибки, что, как вы понимаете, для бизнеса неприемлемо, поэтому запуск был отложен на 2 недели. Создание биржи не такое простое дело, как некоторые думают. Это связано с тем, что мы внедряем функционал, которого нет на других биржах. Но есть и хорошая новость. Мы увеличили команду, которая занимается верификацией. И теперь у нас большинство аккаунтов верифицировано. Но есть еще много пользователей, у которых документы загружены, но пока еще в ожидании. Поэтому я прошу всех вас загрузить документы в правильном размере и формате. Следующая новость касается банковских карт. Первые карты MasterCard доставлены в Бразилию, и мы подключаем их к нашей платформе. Уже подключена возможность оплаты карт, теперь начинается следующий этап, а именно активация и выпуск этих карт, а также проверка любых недостающих документов, мастеров или лидеров, в зависимости от их географического положения и доставки через почту. Админ уже начал эту работу на прошлой неделе в пятницу. В данный момент мы интегрируем систему MasterCard. Интеграция должна быть завершена примерно через неделю. В ближайшие дни мы напишем о том, как пополнить баланс на вашей карте, а также сообщим некоторые правила. Третья новость касается ID Shopping. Также началась интеграция с ID Shopping и ID Sexy. Это займет 3 недели. Эти сервисы будут подключены к нашему бэк-офису, что позволит всем участникам приобретать товары и получать вознаграждение за это, а также получать бонусы по маркетинг-плану за покупки. Также будет интеграция ID Fitness и ID Beach. ID Shopping – это большой ассортимент товаров, который представлен по соглашению с AliExpress. ID Fitness – это наша собственная марка спортивной одежды и аксессуаров. ID Beach – это одежда и аксессуары для пляжного отдыха. Четвертое. Спонсорская поддержка. Мы спонсировали и запустили первый социальный проект в Бразилии. Вместе с бывшим футболистом Хираном в Порту-Алегре мы организовали школу вратарей-защитников, в которой пройдут обучение 260 детей. Также мы решили спонсировать серфера Крайтиана Камерсона, вот его инстаграм, скромного юношу, с которым я имел честь встретиться и пообедать в доме его отца. Дух Крайтиана соответствует духу Identification. В свои 19 лет он, как истинный чемпион, уже проявляет настойчивость и добрую волю и уже имеет шансы войти в число лучших профессионалов в мире серфинга. Пятое. Новые офисы. Мы открыли новый офис в Сан-Паулу, который будет руководить нашей деятельностью в Бразилии. Из этого офиса будет производиться телемаркетинг магазина ID Shopping. Этот офис находится по адресу Авенида Паулиста, 509 Сан-Паулу. Мы также открыли офис в Рио-де-Жанейро, в котором мы будем запускать стартапы и реализовывать нашу стратегию инвестирования в создание новых компаний. Шестое. Инвестиции в PLA пластик. Мы уже инвестировали в создание первых заводов по производству биоразлагаемого пластика, или PLA, и надеемся уменьшить количество пластика из нефтепродуктов. Это обычный пластик, который разлагается много лет. Наша холдинговая компания организует выпуск пластика PLA, из которого будут производиться биоразлагаемые соломинки для напитков, полиэтиленовые пакеты, бутылки для воды, упаковки для кетчупа, майонеза и так далее. Мы хотим сделать этот мир лучше и чище. Забота об экологии – это наша общая ответственность. Когда мы заходим в личный кабинет на сайте Exchange Umbrella, то можно заметить, что сейчас здесь публикуется курс биткоина, эфириума, бесткоин, Eagle Social Gold Coin, а также Eco Social Coin, Time is Money и Agro Social Coin. Отсюда видно, что работы на бирже медленно, но все же ведутся. Будем надеяться, что вскоре мы сможем использовать
полный функционал данной биржи. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.